Мы настолько привыкли к текущей из крана воде, теплым батареям, чистым подъездам и дворам, что даже не задумываемся, какая огромная работа стоит за этими коммунальными благами. Чем больше трудятся работники жилищно-коммунального хозяйства, тем меньше мы это замечаем. Такой парадокс. У нас запросы от населения становятся все выше. В нашу жизнь приходит цифровизация. И, в общем, в этой атмосфере многозадачности и глубочайшей ответственности надо, конечно, уметь работать. И в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как и прежде, работают самые серьезные профессионалы. Отрасль ЖКХ не зря называют отраслью жизнеобеспечения. Без нее невозможна работа социальной, промышленной сфер и развития экономики. Я рад, что вижу здесь сегодня очень много знакомых лиц, с кем раньше трудились, с кем просто знакомы. Потому что здесь сидят настоящие профессионалы, которые дали очень много сил, энергии своей жизненной и, конечно, своего направления, своего настроения этой профессии. Это огромная благодарность вам за это. Потому что без вас невозможно просто-напросто жить. Успехов вам, благополучия вам. Ну и, конечно, профессиональных, здоровья, счастья, добра и все, что вы сами себе пожелаете. Наступающим праздником работников жилищно-коммунального хозяйства. Спасибо вам. Одним из главных и волнующих для всех участников моментов мероприятия стала церемония награждения. Наградами российского, республиканского и городского уровня были отмечены те, кто трудится в ресурсоснабжающих организациях, управляющих компаниях и других предприятиях отрасли. Благодарностью администрации города Сарапула был отмечен Александр Суханов, начальник отдела закупок управления благоустройства. В первую очередь хочу пожелать здоровья, здоровья самое главное, терпения, настойчивости своих каких-то начинаниях, ну и самое главное, достойной заработной платы. Творческие подарки в этот день участникам торжества подготовили воспитанники детской школы искусств номер 1, вокальные и танцевальные коллективы города.